Привет, друзья. Ну, я посмотрел вот предварительно, как мы записали с Натальей, переводчицей, наше видео для международного такого выступления по формуле ФА, которого нет ни в йоге, ни в каком другом методе, формула автоматизации начатого действия. Я посмотрел, она слишком быстро синхронно переводит, и получилась такая накладка. Я вот начинаю говорить, показывать, и в этот же самый момент она говорит, ну, очень хорошо переводит, и поэтому я решил сделать предисловие сегодня такое. Ну, формула ФА – это по формуле автоматизации начатого действия, да? И в этой формуле синергично сразу, в этой методике, в этих приемах одновременно происходит и решение, так сказать, многозадачности. Когда много проблем сразу валится, а надо быстро принять какое-то решение в условиях дефицита времени. И в то же время надо там сказать о том, что повторяемые движения снимают напряжение, и в то же время надо сказать о том, что поиск решения связан с напряжением. А когда мы перебираем разные варианты, это как раз-таки тоже напряжение. А когда находим вариант, когда у нас снимается напряжение, то у нас в целом все снимается напряжение, все накопленные. И поэтому там буквально за 30 секунд получается такой взрывной эффект раскрепощения. Ну, у вас давно, допустим, было напряжение, давно было напряжение, вы делаете формулу ФА. Да, и потом сидите, и у вас такое необыкновенно хорошее состояние, и все напряжения упали, которые накопились. Но вопрос-то в том заключается, может, я сейчас выдам вообще-то завтра вот это видео с Натальей, вы посмотрите, но это вы учитываете, что, видимо, там надо будет как-то нам следующее видео с ней сделать уже немножко по-другому. Ну, например, я буду говорить, показывать, а потом она будет тут же переводить. Но с небольшим разрывом, чтобы не было одновременно перевода, и поэтому этот перевод, поскольку он очень быстро делается синхронно, он забивает мою речь на видео. Но это вопрос чисто технический. Вы представляете, что такое формула ФА? Это одновременно многозадачность решается, это одновременно происходит развитие креативных качеств у человека, это одновременно происходит снятие стресса, это одновременно происходит восстановительный механизм, включается в мозге, и поисковость лучшего решения. Но там все одно в одном, понимаете? Но вот это так сложно передать за короткое время, потому что там я посмотрел на видео предварительное, которое мы с Натальей сделали. Ну, она молодец, конечно, а тут вопросов нету. Ну, чисто технически, это все равно, как когда я пишу книгу, например, я хочу за 5 строчек, в 5 строчках, уложить там десяток мыслей. Ну и получается, кто не подготовленный, конечно, ничего не поймет, а другой человек так посмотрит и скажет, да что это такое? Да что это такое? Там, допустим, к примеру, пляска какая-то идет, и как это может решить мои проблемы, связанные там с устройством на работу, с выступлением в театре, в кино, как это можно связать логически, да? Ну, неподготовленный человек так поймет. Хотя, в принципе, все понимают, 50 грамм для храбрости выпил и выступил в театре. Раньше ж так было там, или на войне там стопку давали. Ну, короче говоря, или допинг дают спортсменам там. Сейчас, слава богу, начали к этому аккуратнее относиться. Вот. Ну, короче говоря, напряжение, расслабление, напряжение, расслабление, напряжение, расслабление в определенной частотной характеристике, в определенном алгоритме попеременного напряжения расслабления формуле ФА дает взрывной эффект раскрепощения. Ну, это очень здорово. Ну, вот поэтому я сейчас делаю такие маленькие предисловия к тому, что завтра мы уже выдадим. Посмотрите, как там получилось. Но на самом деле мы сделаем еще одно видео на ту же самую тему, но уже немножко разделим вот эти вот. Я буду говорить, и потом Наталья будет переводить. Они вместе вот так вот сразу, синхронно. Но это чисто технический вопрос. Ну хорошо, до завтра.
Ну а вам напоследок сегодня хочу пожелать хорошего здоровья, хорошего настроения. И вот глазами Вселенной за нами наблюдает все в природе, как говорится. Чем мы тут занимаемся? Чем мы тут занимаемся? Ну это так, метафора. Да. Всего доброго.